Вот уже полтора месяца первоклассники сидят за школьными партами. Но только сегодня, в день рождения гимназии, их посвятили в гимназисты. Директор школы Татьяна Анашкина, обращаясь к детям, сказала, что плохо учиться они не должны. Вы будете самыми лучшими учениками. Мы очень надеемся, что вы пополните нашу армию гимназистов, хороших, сильных учеников, и будете прославлять нашу школу в дальнейшей своей жизни. Со сцены первоклашкам в игровой форме рассказали об их будущей школьной жизни, после чего все собравшиеся исполнили гимн гимназии. Несмотря на то, что в школе ребята совсем недавно, они уже успели отличиться. Ученики первого В-класса поучаствовали в осеннем сборе макулатуры и собрали больше всех, за что получили грамоту и подарки. Быть гимназистом значит не только учиться хорошо, но и достойно себя вести. Для этого первоклашкам провели урок вежливости. Ребенок вежливый и развитый говорит, встречаясь... По традиции все первоклассники, а их в этом году набралось 120, произнесли клятву ученика. Теперь они настоящие гимназисты, о чем свидетельствуют ленты и эмблемы гимназии на школьной форме. После общего фото на память на сцену с напутственным словом вышли родители. Поздравляем вас с днем рождения гимназии, первоклашек с тем, что они стали гимназистами. Желаем вам здоровья, успехов, терпения и всего самого доброго. С праздником! Виктория Терехина работает педагогом-организатором гимназии уже 8 лет и вместе с детьми готовит школьные праздники. За эти полтора месяца дети должны выучить школьный гимн. Они, как если вы видели, очень много читают хороших стихотворений. Они должны познакомиться с гимназией, узнать всех наших директоров, всю администрацию. Должны узнать, где библиотека, провести экскурсию, для них всегда проводят. Мне очень понравился праздник и репетиция тоже. Мы тренировались, у нас все хорошо получилось. Впереди у юных гимназистов длинная школьная жизнь, полная новых знаний и впечатлений. Дмитрий Книга, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.